Oh,
вечер, дорогие друзья. Салам алейкум. Вы все знаете, в чьем доме вы находитесь. В доме Машеевых. Это дом многоизвестный, все знают, даже в Самарканде, в Душанбе. Сегодня дата здесь такова. Здесь на выздоровление тети Эсти, мамы нашего дорогого Давида. Вы знаете все, что она болела дважды. Вот. Вторая дата здесь такая, что у Давида в прошлом году было 30 лет ровно. Но он не делал, не созывал вечер, потому что мать болела, и это было невозможно. Теперь третья дата этого вечера. Родилась дочь в этой семьи, прекрасная дочь, многообещающая. Обязательно будет себе вашего. Это разговора быть не может. Много людей всегда думают, кимахудо хахат, она нашего, мы он не нашего, я за нам схат соломазоя, мы обязательно той медям джиром, и я рубина дурехи, что вдоя джиру, да? А нам хер обязательно все подкада, считай, но я амбигеля там уже говорит, что там. Имрад Самарканд, Созандуи Зори Самарканд, который называется Самаркандские звезды. В голове Абрама Талмасова. И еще у нас есть дорогой друг Илюша Абрамов, прекрасный соловей Востока, исполняющий все песни стран Востока и Азии. И все остальные наши прекрасные друзья. Итак, дорогие друзья, вечер посвященный. Четыре даты в одно время начинается. Слово музыкантам, пожалуйста.
Oh,
Masarin,
داخلی ازبالی هزار رحمت тысячи рахмат вам, пожалуйста, Блейзо. Спасибо. Я думаю, что в такой вечер мало ли у кого какие заботы. Зашли сюда, значит, здесь праздник. И никакие там кто откуда приехал, какие там у него беды были, это все за стеной. А здесь у нас праздник, и поэтому я хочу, во-первых, прежде чем к чему-то такому приступить, чего от меня ждут, поздравить этот дом со всеми событиями этого дома. Во-первых, хозяйка этого дома, Господь Бог помог освободиться от кардиологических волнений. И тетя Эся жива и здорова. Наверное, до этого ей аплодировали, но я хочу еще с вами вместе аплодировать хозяйке дома тете Эсе. Эсе Юнаевне. От Айнору Дурбошан. Дега Казаль Нашаван Илюин. Кроме того, Танечка подарила замечательную дочку нашему Давиду. Давид был в суете. Искал время, когда отметить эту дату. Согласовывал с дорогим Авромом. Аврома была тоже занятость. И вот гороскоп, как же расположены звезды. Астрологи подсказали сегодняшний вечер. И я рад, что и праздник, и настроение Аврома и его друзей совпадает с настроением гостей. Значит, здесь будет настоящий праздник, праздник до утра. Я прошу приветствовать всех, кто сюда вошел с весенним настроением. Ну а теперь я перейду сразу к делу, потому что сегодня говорить значительно легче, гораздо труднее слушать. Если у кого есть настроение слушать, ради Богу, все равно я тишины просить не буду. Пускай будет тишина у наших врагов, а у нас пусть будет дружеский шум, веселое настроение. Тем более, дорогие гости, я хочу что-то новое рассказать, с вами поделиться. Если можно. Можно, да? Как у каждого народа. Мой народ умеет веселиться. Мой народ умеет прекрасно петь. Прекрасные музыканты. Все перед вами. Лучшие сегодняшние представители моего народа вот здесь сидят. Это раз. Я хочу сказать, что в пылу доброго настроения мой народ умеет шутить. И наши шутки оригинальные. Я хочу сейчас поставить на ваш суд. Tokat az mı uçkadan var? Mezun o gavuzdan girer, inoydan şutanın da bitmeyi var. Lipo muşşini, parol. Дорогие то женщины, дорогие женщины, brodro, hamin şuyo eki şuyo otonki hamin şap sorduştin, az brodro yokudu, hamin o şuyo yokudu oton. Terpeni ne atin çak, John brodro, diğer bir otak vaz müşlüşün eto, pazalsın, snow akın sağlı. В нашем мироздании быть лояльным не всем дано. Недавно я проводил вечер, посвященный 50-летию тети Зины. Тетя Зина встречает меня у входа и говорит: «Лойсов, ильтимосу, ильтиджо». «Амин пинджо солигимна хаманафаман». Женщина имеет слабость. Она смотрит, как я предоставлю юбилей ее праздника. Тогда, найдясь, я сказал простую фразу, тетя Зина была довольна. Я просто сказал, что тетя Зина сегодня справляет 20-ю годовщину своего 30-летия. И она была довольна. Я думаю, что ваш юмор там не заснул. Я перейду на бухарский диалект. Лучше не доесть, чем переесть. Поэтому кошка съедает мышку, а не наоборот. И поэтому для того, чтобы наши женщины сохранили фигуру, я расскажу кусочек нашего национального юмора. Доктор Джон, хамихэн шал дарди джигар жудим ки, миджихат накардим. Bocun içini kurdun. Agar kurdu boşam, tutek orsa oya tumaş. Ya barışık mıyı, ya burdek yakni. Ya da vahşi maya okurup ama orsa oya tadı geçti kurdu mu? Ha bine kurdu mu, bloy kurdam da. Son gücü agar koyet ki cigara dondar mı kuna. Biyoni yakmaşım o parayız. Ruzi sevme hal ya istek onu cürgot ya burda noni kalk. دکتر جامانه گریدو کشتم آنه ده کدام قاپی خالی راست میسته من دکتر آیزم آنه نمی فهم نه خود شانس می خورن نه میمونه آدم سکره Вы можете аплодировать, это все среди вас. Где-то вот сидит здесь такая же тетя. Я хочу два слова сказать сегодня о музыкантах. Вы знаете, мне рассказывают, что Авром Толмасов, будучи 15-летним, уже поражал всех, пел замечательно. Однажды после свадебного вечера, мне так рассказывают, он пришел в школу, и учитель физики, глядя на Аврома, сказал: «Авром, джо, айналай бахту баау зачевам». «Динэч хит шашмахомахомди».
Ами как вон таки я, хель мене курсан карди. Я печи доску бро, закони физика и бой, ма курсан чевам. А в ромчу бегу, маринчо, ман ку закони физика и бегу. Шма як та чашма ком холе, ма курсан чевам. Спасибо, Ром, с детства у тебя чувство юмора. Мне так рассказывают, если мне удастся когда-нибудь написать об этом замечательном исполнителе, музыканте, певце, какую-нибудь книгу, я обязательно все, что вокруг Аврома сказано, доброе я соберу там. И, кстати, этот анекдот. Я думаю, что, дорогие гости, если у вас еще есть терпение, еще шутки моего народа. Рохе! Плёк ты чту и! Не было таки равна, плёк ас на дрома! Егон ты ж мы не в чуркарданы бебел! Ким чхель кисели на Авром, ты кисели хоу! Но у нас спит буде! Чегон ты ж тар сулян! На небе у маникюр! Мангаран! Им так бы хоп хороший! Это вы, да, пусть? Можете хлопать, это все среди нас, пожалуйста. Ради Бога! Блюр куда? И кто доктор назвал меня? Доктор, я тебе дал мне. Я вообще доктор, он куда стал, доктор мой? Чего он чего же мне? Пустим якте, хевсим якте, томором якте, сором якте, ривим якте, и ну тут денчи. Где-то там смешки такие, ничего, ничего. Все нормально. Лучшие юмористы творят за 24 часа, а заходят за 96. Так что ничего страшного. Если завтра при полном здоровье расхохочетесь, моему народу все равно будет хорошо. И поэтому ваша улыбка — это огромная награда. Спасибо. Thank you.
Thank you.
еще более единым и близким, потому что сейчас Арабскую Республику через Каган будет представлять Бриночка. Пожалуйста, арабский танец.
Bir avuç bir ışık, cışırdan
Kavuma devam. Şu rahmatını bomba kalamadım.